Всем привет, дорогие подписчики, с вами снова я, Полосатик, и вы на канале Полосатик ТВ 2. И сегодня мы будем открывать сундучки, да, два сундука, и я дошел до 2000 кубков. Вы не представляете, как я долго шел до них. Вот как я на этом моменте возле 2000, как нервничаю. Ну ладно. Я уже один тогда сундук открыл, ничего не выпало. Вот скажите же, когда открываешь сундуки, то вот такое ощущение, если кого так останавливать, думаешь, ну перс, а суперсел на 1 метро издевается просто. Вот как опять. Никакого бонуса. Ладно. Чё? Ну, хотя бы динамайк. Ну... А, вот он. И да. Вы спросите, почему у меня так мало гемов? Было же 50 с чем-то. Да, я потратил на один мега ящик, который здесь был. Да. Лучше бы копил на этот скин, который закончится через 7 дней, а у меня нет на него гемов. Но я на видео это все снял, ничего не выпало мне. Я огорчился. Первый мега ящик на несколько, на тысячи с чем-то кубков. Вот где-то на вот этом районе. Ну, короче. С вами, как всегда, был я, Полосатик. Спасибо за просмотр. И, кстати, извиняюсь за то, что не было давно видео именно со мной. Ну, а всем до скорых встреч. И пока.